Уважаемые жители Камчатского края, дорогие друзья, заканчивается 2023 год. И в эти волшебные минуты уходящего года мы вспоминаем главные события и, конечно, готовимся к встрече нового 2024 года. Прошедший год был непростым, и на нашу долю выпало немало испытаний и проблем. Немало вызовов стало перед всем Камчатским краем и нашей страной. Сегодня мы можем уверенно сказать, что мы с ними справились. И не только выстояли, но и обеспечили развитие, поступательное движение вперед. Нам удалось это сделать благодаря единству, благодаря тому, что все проблемы мы встречали вместе. Вместе делали новые шаги навстречу будущему. Вместе поддерживали тех, кому помощь нужна более всего. Поддерживали наших бойцов на передовой, членов их семей, всех тех, кто прямо сейчас находится под обстрелами, в окопах и полуразрушенных поселках. Сегодня я хочу отдельно поздравить матерей, жен, всех членов семей наших военнослужащих. В эти волшебные минуты, когда все заветные желания сбываются, мы вместе с вами загадываем одно самое главное желание, чтобы ваши родные поскорее вернулись домой целыми и невредимыми, вернулись домой с победой. А вам хочу сказать слова искренней благодарности. Ваша поддержка неоценима, и ваш вклад в нашу общую победу бесценен. На Камчатке мы гордимся нашей богатой историей. Но Камчатка – это регион очень молодой. И сегодня, провожая год молодежи, я хочу пожелать нашим молодым ребятам веры в собственные силы, оптимизма, уверенности в том, что все возможно, если вы искренне в это поверите и возьметесь со всем рвением и усердием, которые у вас есть. Новый год – это семейный праздник. Праздник, когда волшебство наполняет наши дома. Сегодня я хочу пожелать благополучия каждому камчатскому дому, каждой камчатской семье. А в наступающем 2024 году мы уделим особое внимание камчатским семьям, тем, кто воспитывает детей и строит будущее нашего региона и нашей страны. Дорогие друзья, сейчас, в последние минуты уходящего года, мы все прощаемся с прошедшим годом и встречаем новый. Надеемся, что он принесет успех и удачу каждому из нас, процветание всему Камчатскому краю. Уже сейчас мы готовимся первыми в стране встретить рассвет Нового года, встретить его с надеждой и оптимизмом и передать нашу веру и воодушевление всей стране, передать Новый год всей России. С праздником, дорогие друзья, с новым 2024 годом!